Глава Чувашии провел сегодня ряд рабочих встреч с председателем правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Михаил Игнатьев обсудил вопросы поддержки малого бизнеса, развития производственного и технологического потенциала предприятий. А заместителем министра экономического развития страны Олегом Фомичевым эффективное использование федеральных средств. Создание инновационной продукции, вложение в интеллектуальный потенциал, финансовая поддержка особо масштабных бизнес-инициатив. Все это создает условия для развития малого и среднего предпринимательства. Задачу поставил, что к 2030 году мы объем производимой продукции и в стоимостном выражении, чтобы увеличить 2 раза. С увеличением производительности труда для того, чтобы для тех людей, которые работают у предпринимателей малого и среднего бизнеса, доходы соответствовали и не были ниже, чем средние по экономике. Но с учетом того, что вы возглавили корпорацию, мы надеемся, что будем конструктивно взаимодействовать на взаимовыгодной основе. С другой стороны, предприниматели наши понимают, что природных ресурсов нет. В связи с этим мы вкладывали инвестиции в человека, инвестиции в молодых людей, через идеи, через проекты, чтобы создавать новые товары, оказывать новые качественные услуги. Александр Браверман участвует в работе выездного заседания Комитета Госдумы по экономической политике в программе «Знакомство с динамично развивающимися предприятиями». Мы для себя выделили несколько таких базовых предприятий, которые сегодня готовы уже к тому, чтобы эффективно воспринять ту поддержку, которую готов оказать федеральный центр. Отдельная тема – возможность аукционного участия представителей малого и среднего бизнеса в Чувашии в закупках для госкорпораций. Сегодня же глава Чувашии встретился с заместителем министра экономического развития России, председателем Совета директоров российской венчурной компании Олегом Фомичевым. Мы очень эффективно взаимодействуем с Чувашией, с Министерством экономики. И в рамках программы малого бизнеса у нас регион один из не такого большого количества регионов, которые 100% эффективность освоения средств. Поэтому всегда у нас находитесь в первой группе, и вы в полном объеме получаете средства, которые мы в рамках лимитов там можем выделять. И мы сюда приезжая и общаясь с вашими коллегами, посещая те объекты, которые создаются, видим, что все делается прям строго в соответствии с теми обязательствами, которые вы на себя берете. Это всегда очень приятно. Это нам дает возможность и дальше вам спокойно помогать. Михаил Игнатьев поблагодарил Олега Фомичева за эффективное взаимодействие. Надеюсь, что такое взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество будет у нас налажено и в дальнейшем.